Заслуженная артистка Людмила Аринина, величайшая актриса ролей второго плана. За свою долгую творческую жизнь она сыграла более чем сотни фильмов и запомнила зрителям своей яркой индивидуальностью и необычной харизмой. Долгое время Людмила Михайловна была исключительно театральной актрисой и в кино впервые попала лишь в 42-летнем возрасте. Поэтому никто из кинозрителей не помнит ее молодой. Таких киноролей в ее карьере просто нет. Родилась будущая актриса в Саратовской области в небольшом селе 8 ноября 1926 года. Отец был художник, а мама – сельская учительница. Когда дочери исполнилось 2 года, родители переехали в Ташкент. Людмила не мечтала стать актрисой, она критично относилась к своей внешности, но повеселить друзей любила. После 9 класса она подрабатывала в столовой, и одна актриса из Ленинграда заметила артистический талант Людмилы и предложила ей пойти в театральный. Женщина стала преподавать девочке актерское мастерство, благодаря чему Люда поступила в ГИТИС. После окончания вуза она попала по распределению в Могилевский драмтеатр, позже работала в Челябинском театре драмы, затем были театры Ленинграда и Москвы. Во многих фильмах Людмила Михайловна играла роли немолодой, одинокой и несчастной женщины. У зрителей создалось впечатление, что актриса несчастна и в личной жизни. Людмила Аринина была замужем 3 раза. С первым супругом она прожила 10 лет. Настоящее чувство ей подарил второй брак. 26 лет женщина прожила с Николаем Мокиным, талантливым режиссером и замечательным человеком. У мужа был серьезный недостаток – алкоголизм. Актриса лечила своего мужа, кодировала, но результатов эти процедуры не давали. Детей в этом браке не было. В 1984 году муж умер. Людмила Михайловна постепенно смирилась с этой потерей. В 3-й раз актриса вышла замуж за Николая Семенова, которого ей сосватала соседка по лестничной клетке. Мужчина в прошлом военный человек, подполковник, недавно похоронивший жену. Людмиле Михайловне на тот момент исполнилось 60. У нее на руках была больная мать, ухаживать за которой помогал Николай. В 1989 году они официально оформили отношения и уже более 30 лет вместе. В ноябре Людмиле Михайловне исполнится 95. Она занялась изучением английского языка. Актриса до сих пор в строю. Ее отличает от других женщин такого же возраста моложавость и энергичность. Арининой никто не дает ей возраст, потому что она излучает оптимизм и любовь. Пожелаем Людмиле Михайловне крепкого здоровья и долгих лет жизни.